мы с театром, еще когда я жил в Нижнем Тагиле, летом у нас началось чёс по лагерям. Мы, значит, приезжали сюда в лагерь, играли какой-то спектакль, и дети: «Молодцы!» «Мало, а вы играли там типа Иисуса Христа». «Молодцы!» Какая история? Осталось 6 песен на Новый год, ребятушки, так. Ах, давай, что там? Ответьте честно на вопрос. Хорошо ли вы вели себя в этом году, Александр? Там прям так написано. Александр. Отвечать будет «Друзь». Нет. Плохо? Да. А что сам расширь, пожалуйста, что самое ответ. Плохое ты сделал? Да. Что самое плохое? Конечно. Я... Кроме того, что вот то, что вот Вера тебя связывала. Так это я делала самое плохое, а он... Подожди, Вера меня связывала, и Агата меня почти связывала на той же самой песне. Господи. Вот это я делал. Я не поняла, ты продолжаешь этот разговор, да? Вот в первый раз было непонятно, что не нравится мне эта ситуация. Так. Но это было плохо. Ярослав, хорошо ли ты себя вел? По отношению ко мне. Слушай, я изо всех сил старался. Но не получилось, да? Ну что выросло, то выросло. Слушай, но споткнулся. Был момент. Будешь рассказывать? Тебе нужно исповедаться? Смотри, сколько здесь. Покайся в грехе. Готовы отпустить тебя грех. Покаяние уже близко. Покайся в грехе. Это какой-то локальный юмор? Локальный. Очень локальный между вами двумя. Для тех, кого только открыли интернет без запретов нулевые. Ну, мальчики посмеялись и славно. Серёж, ты был хорошим мальчиком? Какой вопрос? Ты был хорошим мальчиком? Хорошо ли ты себя вел? Ты играл только в хороших мюзиклах в этом году? Обязательно. Я был хорошим царем. Хорошим царем? Хорошим. А я был плохим сыном. Я слышала, там много народу умерло. Там погубил сына, там что-то в этом роде. А ты следующую песню поешь? Я, да, я расскажу. Я расскажу все. Ну, но давай. Ты думаешь, что ты должен быть честен. Я хотел тебе историю рассказать потом. Ну ладно. Лично? Дома поговорим или что? Вы стали свидетелями чего-то? Вернитесь просто. Вы не могли бы отвернуться? Говори. Не, не важно. Это потом. Повернитесь. Мы очень послушные зайцы. А заяц только я, да? Можно я гляну? Какой ли там вопрос? Ответьте честно, вы хорошо себя вели в этом году, Вера? Вера. А я сейчас расскажу, у меня длинная история. У меня такая длинная история, что мне не нужны нас. Хорошо, мы пойдем. А, в этом плане, ну мы послушаем. Отвернемся с уходом. Хорошо. И вы все уходите. У меня такая длинная история, что выслушать ее могу только я.